Ну давай, корми. Сидим напротив Лувра. Свой голос у меня уже знакомый. Сидим, бухаем, блядь. Нашли место себе. Забыли, как всегда, стаканчики купить. Там везде Лувр, везде. Вот Лувр. Так, давай, это хорошее. Он подавился, не может это выбрать. А, блядь, он обожрался, Олег. Ты убил голода просто. У него кусок застрял и все. Он сверху накрыли. Все, он сейчас сдохнет. Что там пьешь? Пиво? Нет, вино французское. Камбрасо. Made in France. Привезем домой парочку. А пиво сейчас покажу какое. Я тут во Франции по нему прибился. Вот такое, покажи. Такой открывашечкой модный. 650 грамм. У тебя голос, например. Он обожрался. Всё, прожался. Гуля. Гуля. Иди на. Да. Он на джаде снимал этот кусок, рванул, и он ее застрял. Иди скорее. Иди скорее. Снимаешь? Угу. Гуля. Иди сюда. Гуля, иди сюда. Гуля. Иди. Зажравшись, а. Иди сюда, ешь. На, ешь. Вот так круто. Напротив Лувра. Всемирный это. Покорми голубей. Опять ты дал ему большой кусок. Да что он такой жадный, сволочь? Да ты дал бы маленький. Маленький я могу дать ему кости по роже. Слышь, а там еще сколько много голубей сидит. И все ручные. Ты видел, как он снял? Лапкой. Да, обжора. Сколько можно жрать? Французские охреневшие голуби. Жрут французскую булку. Мы купили это. Окорочка. Курочка, окорочка тут. Такая капуста французская. Вилочка такая сборная из двух частей. Обалденная вообще. Слышь, голуби уже. Вообще супер. В кафе не пошли. Цены бешеные тут около Лувра. Бля, он кусок сожрал. Своровал. Козел. Вон еще идет какой-то. Но идет другой, как у нас воронежский. Может, они драться будут. Гуля, иди сюда. Гуля. Около Лувра, у кафешек, цены вообще. Обыкновенный хот-дог 8 евро стоит. Поэтому мы люди скромные. Купили, вот на природу вышли, по сними фонтанчик вон. Да я снимаю, но там солнце, может быть, не попрет. Вон сзади все эти статуи, дураты. Давай, Натах, я еще чуть-чуть приму. Ты что, совсем что ли уже долбанул? И холод, кто сидит на заборе на каком-то. Да, брат, закуси со мной. Все, стоп.